мне, куда ты сегодня денешься, прием. Да, я тоже отключаю, боролся с помехами как мог, там фильтры ставил по выходу, ну по входу, вернее, по питанию. Вот, в какой-то степени поборол, но все равно Wi-Fi сильно гадит на двойку, очень сильно. Кстати, я сейчас записываю видео, на канале у себя выложу, послушайте, как вас слышно. В YouTube у меня есть канал, и название он имеет так же, как мой позывной, Uniform Romeo 3 Queen Queen Charlie, UR3 QQC. Вот, и что, минут через 5 можете посмотреть, как воспринимал я QSL. А, хорошо, то сейчас компьютер пока выключен. Вот. Ну, потом, я думаю, услышу. Хорошо, Александр. Вот. Да, никуда ты туда не денешься. Я пробовал тоже и колечки там наматывал, и вверх туда на антенну ставил, в общем-то. А вот. И вниз тут колечки. В общем, ну, ничего, оно не помогает. Ну, чуть-чуть там где-то что-то. Куда-то, в общем-то, убежит, в другом месте появится. Так что плюнул на все это дело. Если уже такое, срочно там что-то, это, выключай, короче, роутер отключай, и все нормально, например. Да, я тоже, да. А какую антенну вы используете, какой трансивер у вас? Трансивер TS2000, антенна коллинеарная, сейчас включена на этом участке, прием. Ага, принято. Ну, нормально, отлично. Кстати, вот интересно, давайте я сейчас переключусь на вертикал. Большая разница будет или нет? Сейчас вертикальную антенну включу, QSL. Давай.